Хейоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру по названием Зеркало Тайн. И у нас, походу, остался последний уровень, но я не уверен в этом, потому что я думаю, что еще здесь что-то будет. Поехали. Здесь довольно темно, но я уверена, что была здесь ранее. Нужно зажечь свет и осмотреться получше. Поищу подсказки. Да, хорошо, нам нужно, во-первых, это одежда, до хера частей. Пока можно нажимать то, что выделяется более-менее. Так, ладно. Все закончилось быстро. Так, шляпа. Шляпа, детали, молотки. Еще часть детали, колесо. Так, место. Вот эта херень. Не пойму, вот такую мне нужно искать. Вот она. Бумаги, ткань. Что это, непонятно. Разместить. Шляпу нашел, хорошо. Свиток свернутый нашел. Так, отвертку вижу. Это не вижу. Хорошо, юзаем подсказку. Я этого не видел, окей. Найдено. Все мы здесь сделали. Нужно найти ручку. Ну и все. Мир отражения. Это значит наш дом. Либо не дом, а там, где мы только что были. Это где вот сейчас происходит место. Бойлерная. Жаль, у меня нет опыта работы водопроводчиком. Эти трубы прохудились. Что ж, посмотрим, что тут можно найти. Прохудились? Нибу. Ладно. Нужно какие-то батареечки найти сначала, или это не батарейки. Так. Измерители давления. Хорошо. Так, древесины до хера. Ручки. Кнопки. Рычажочек. Так, хорошо, что здесь у нас? Раз, два, три. Больше здесь ничего. Так, таймер. Часы не подойдут. А эти часы почему-то вода шли. Так. Теперь еще мне нужна труба. Труба. Много досок. Очень много досок. Древесина до хера. Полотно снова какое-то. Так, ручку вижу. Доску еще нашел часть. Так. Кусочек рана будет, скорее всего, здесь. Ткань. Мусор. Коричневая ткань. Вот это, что ли? Так, разместить. Это разместить нужно потом, да, будет? Или это сюда? А, нет, это свитки. Все, отлично. Значит, потом мы будем открывать печь и там найдем последнюю деталь. Ванная. Для ванны это понятно. Теперь надо слить воду. Но вот проблема. Вентиль отсутствует. Где же он? Надо его найти. Мы его уже нашли с тобой, однако... Там проблема. Так, ручки. Так, ручка, тряпка. Нет, это вещи. Хорошо. Ножницы, вещь. Какая-то тряпка. Тряпка, зубная щетка. Рукоятку я нашел, да? Хорошо. Мыло, зажигалка. Много отсвечивается. Херь и крышечка. Еще ручка здесь какая-то. Тихо. Окей, а у нас есть ручка с вами. Вопрос. Что это за черная херь у меня появилась? Нашел, ладно. Отбелить и ватель, и щетку нужно где-то тоже найти.
Мне кажется, выгоднее будет мне сначала здесь использовать подсказку. А, все нашел. Все, можно подсказку не юзать. А вот щетку я чет никак не вижу. Вот это? Нет. Ладно, не хочу угадать. Вот это счет? Пипец, она незаметная. Так, ладно. Здесь все сделали, готово. Старая гостиная. Эта комната меня пугает. Разбитое зеркало. Я уверена, что все происходит именно из-за него. Если я восстановлю зеркало, можно быть, точно смогу вернуть своих детей. Это то зеркало, которое они, да, разбили. Хорошо, у нас здесь есть книги. Так, подставочка. Так, наперстки, книги. Книги, книги, непонятная вещь. Довольно много мусора. Так, часы здесь есть. Рукоятка мне нужна. Книги я еще ни одной не нашел. Что странно, потому что книги, по сути, самые легко находятся в начале. Так, мы их нашли. Остался один наперсточек. Так, сюда вещички. Наперсточек. И, кажись, стрелки от часов. Что это? Поджечь? Нет. Это, походу, вот это, что я сейчас ищу. Угу. Только еще осталось найти. Так, там тоже какая-то головоломка. Головоломка. Непонятно, непонятно. Не пойму. А, стрелки нашел. Изи. Так, осталось наперсточек. Ладно, часы то поставлю. Просто ваза. Оказывается, не просто ваза. Все, здесь я все сделал. Мне осталось понять. Я еще не все сделал? Но здесь кусок стекла нужно. Что я еще не сделал? Посветить? Банки? Окей, идемте далее. Ручка. А чего ты можешь быть, ручка? Ладно, подождите, нужно еще поискать. Ну, здесь я уже точно ничего такого не найду. Помощь тоже здесь не работает. То есть здесь что-то уже именно... Класс. Класс, 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 класс. Тумбочка отказывается, она открывается. Так, книги разместить на ту полочку. На стене есть сейф. Я уверена, что в нем закрыто что-то крайне важное. Ебать. То есть давайте мы сломаем тебе окно. Просто так. Хорошо. Так, первая деталь. Раз. Стекло. Давай, ремонтируйся. Мне не нужны проблемы. Ручка. Ручку я вообще нигде не помню. А, ё-моё. Ё-моё. Предохранители. Так, стопы. Это мне нужно вернуться в этот... В гостиную. Да, да. Это разве не помощь? Окей, сделай, короче. Все, ништяк, как было там. Только почему мне сразу этого не дали не сделать? Так, рулон. Отлично. Это труба. Труба, нам нужно идти в ванную. Не в ванную, а в этот. Где печка, кочегарка, как ее правильно назвать. Все, здесь больше ничего, да, нету?
Еще что-то есть? А, ё-моё, я этого не заметил. Так, окей, теперь здесь трубу мы ставим. Все, печка. А, разместить дрова. Поджечь. Да? Да, поджечь. Тут еще что, инструменты сюда положить. Так, мы нашли трубу, хорошо. Теперь у нас есть этот вентиль. Хорошо, отправляемся в ванную. В ванной мы теперь поставим краник. Запустить воду. Стекло. 96-36. А, на листик она записала. Хорошо. 96-36. Все. Старая гостиная. Осталась последняя. Понял. И... А могу я... Ладно. Чё? Я просто наугад крутил. Окей. Окей. Так, кусочек стекла. Вы только что получили последний осколок зеркала, теперь вам осталось сделать последний шаг. Поместите осколок туда, где он должен быть. Ну почему он... Ну он спрятан очень хорошо, в сейфе. Но дети навряд ли его разбили, потому что стекло же они не могли спрятать. Мама, мам! Мама, проснись. А, только она заснула. Что? Где вы были? Я повсюду вас искала. Идите же скорее ко мне. Я хочу вас обнять. Нет, 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 только не это. Быстро хватайте свои вещи, надо убираться отсюда. Так они и сделали. Конец. Нажмите на кнопку, чтобы вернуться в меню. Да-да-да-да. Все, да? Да, конец игры. Ну что, я думал, в принципе, что там еще будет в дальнейшем. Это вот последнее зеркало, ну, типа, зеркало злое и что будет. Но оказалось, нет. Ну, ладно. Игра, в принципе, прикольненькая. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И скоро должны быть другие игры такого жанра. Поэтому всем пока!